Всем привет! Характер человека, конечно же, во многом обусловлен генетикой, воспитанием и личными особенностями. Но далеко не всем известно, что на индивидуальность людей влияет также месяц их рождения. И многолетние наблюдения подтверждают, что эта взаимосвязь весьма точная. Январские. Они довольно красивые и импозантные, питают слабость к нарядам, однако им быстро становится скучно. Такие люди очень редко проявляют сильные эмоции. При этом январские люди весьма чувствительны, и когда им становится больно, им нужно гораздо больше времени для восстановления, чем другим людям. Но при этом они очень прочно стоят на ногах, а также весьма упрямы. Февральские. Такие люди любят летать в облаках и часто отвлекаются. Их радует, когда всему есть свое объяснение. Это интеллектуальные люди, склонны часто менять свое мнение. Такие люди весьма привлекательны, темпераментны, но при этом часто с виду застенчивы и скромны. Однако, если их разозлить, могут проявить свою агрессию. Февральские люди очень чувствительны, их легко обидеть. Не все знают, что они очень часто сердятся, так как они редко это демонстрируют. Не любят ненужные вещи, очень ценят своих друзей и нередко показывают это. Дерзкие, амбициозные и мечтательные. Они любят развлекаться и умеют это делать. Предпочитают тратить, а не копить свои деньги. Эти люди часто романтики внутри, но не снаружи. Они бывают очень суеверны. Честные и верные люди, которые родились в феврале, решительно ставят перед собой новые цели и очень любят свободу. Мартовские. Эти люди очень привлекательны. При этом по натуре они чувствительны, нежны и застенчивы. Часто скрытные, но по природе своей отзывчивы, а также щедры. Рожденные в марте ценят покой и безмятежность, а также отлично ладятся всеми людьми. Раздражительны, но надежны. Они умеют ценить добро. Свои эмоции зачастую не показывают на людях. Их слабое место – это любовь к спиртным напиткам. Мартовские люди наблюдательны и нередко могут выдать точную характеристику окружающих их людей. Апрельские. Это люди с отличным чувством юмора, но при этом упрямы и разговорчивы. Но они умеют хранить спокойствие и держать голову в холоде. В глубине своей они очень добры и отзывчивы. Они часто беспокоятся обо всем на свете, умеют работать в команде, а также уверены в себе. Эти люди по натуре своей оптимисты, а также щедры и имеют хорошую память. Рожденные в апреле стремятся к знаниям, им нравится находить новую информацию. Апрельцы умеют мотивировать себя, а также других. Они способны заряжать окружающих счастьем и позитивом. Это люди гиперактивные, их стихия – спорт, танцы, музыка и развлечения. Но при этом их горячие натуры во всем применяют системный подход. Майские – это волевые и решительные люди. Бывают упрямы и жестоки, но умеют любить. В лучшем проявлении эти люди красивы и физически, и душевно. Для них не существует проблем с мотивацией. Весьма остры на язык, а также раздражительны. Всегда любят быть в центре внимания и умеют привлечь взгляды других людей. Рожденные в мае бывают застенчивы, когда дело доходит до отношений с противоположным полом. Однако, если они пребывают в печали, их легко утешить. Майские любят мечтать, но при этом обладают трезвым мышлением. Понимают людей, ситуацию и мир в целом гораздо лучше, чем кто-либо другой. Могут дать хороший совет, а также умеют хранить секреты. У них превосходно развито воображение, при этом они физически крепки, но бывают проблемы с дыхательной системой. Эти люди – ценители литературы и искусства, и они просто обожают путешествовать. Не любят сидеть дома, и их очень часто можно увидеть в публичных местах. Они бывают беспокойны, но очень трудолюбивы. Июньские. У этих людей отличный характер, каждый день они получают истинное удовольствие от жизни. Любят общаться, легко заводят новых друзей. Рожденные в июне – это мастера флирта, и у них, как правило, весьма привлекательные избранники. Это очаровательные красотки и красавчики, которые становятся знаменитыми актерами, а также успешными политиками. Июньцы придерживаются принципа «или лучше, или вообще ничего». Обычно получают от жизни то, чего хотят. Но им удается достичь результата не за счет кропотливого труда и упорства, а за счет природной харизмы. Они предпочитают жить легко и не строят далеких планов. Июльские. Веселые, часто становятся душой компании, но при этом довольно скрытные по своей натуре. Их не всегда просто понять. Обычно они ведут себя довольно мирно, но когда они взволнованы и нервничают, то пробуждают вулкан. Они очень честны, у них отличная репутация. Июльцы умеют ценить себя, гордятся своими достижениями, тактичны и дружелюбны. Их по-настоящему беспокоит чувство других людей.
но при этом они очень открыты и обладают весьма эмоциональным характером, зачастую непредсказуемым. Им легко сделать больно, но искренний человек легко его утешит. Они не мстительные, умеют прощать, но прошлые обиды не забывают. Заботливые и умеют любить. Для них важно, как их решения повлияют на других. Они остроумны и не любят бессмысленные вещи, а также поступки. Рожденные в июле не агрессивны, но их легко спровоцировать. Обожают пребывать в любви близких и окружающих. Если переживать стресс, то это тяжелое состояние, из которого они выходят очень долго. Августовские. Это общительные люди. С энтузиазмом берут на себя любые риски. Им необходимо внимание. У них довольно слабый самоконтроль. На мир они обычно смотрят под призмой сердца, а не ума. Самоуверенные натуры в компании проявляют себя довольно шумно. При этом они очень мстительные личности. Но если им не вредить, могут найти общий язык почти с кем угодно. Любят петь и ораторствовать. Обожают музыку, обладают небывалым воображением, часто мечтают и легко отвлекаются, с подозрением относятся ко всем незнакомцам. Обожают, когда о них говорят, учебные будни вообще ненавидят. Эти мятежники жаждут свободы, часто не переносят начальство, знают цену выражению, нет боли, нет результата. В команде работают посредственно, но самостоятельно результаты впечатляют. Это волевые люди, они бывают загадочны и любопытны, но при этом упрямы и весьма независимы. Сентябрьские. Это активные и динамичные. Любят, когда в их жизни быстро меняются картинки. Решительны, но не склонны о чем-либо жалеть. У них сильный характер, весьма привлекательны, знают, как заботиться о себе. Любят всеобщее внимание. По натуре свои дипломанты, но при этом умеют хорошо дружить. С готовностью утешают и помогают решить проблемы близким. Бесстрашны и авантюристы. Обычно у них много друзей и приятелей. Рожденные в сентябре умеют любить и заботиться. Эмоциональные и щедрые люди в своих проявлениях. Но при этом очень упрямы и торопливы. Могут делать поспешные выводы. У них замечательная память, а также умеют мотивировать. Октябрьские. Любят общаться и быть в центре внимания. Отвечают взаимностью всем, кто им симпатизирует. Им присуща внутренняя и внешняя красота. Их слабость – это ложь, причем она обычно безобидная и бессмысленная. Они редко лгут из корыстных побуждений. По своей натуре очень храбры, дружелюбны к незнакомцам, но часто сердятся. Обожают давать советы и учить жизни других людей. Их легко ранить, но они быстро приходят в себя. Такие люди чрезвычайно умны, мечтательны и самоуверенны. Их не особо волнует контроль эмоций, они очень непредсказуемы. Ноябрьские. Надежные и верные люди. Страстные и порой опасные натуры. Их лучше вообще не злить. Очень независимы, хотя со стороны этого и не скажешь. Бесстрашные и загадочные, знают, как получить удовольствие. Это игривые, но скрытные личности, иногда бывают очень темпераментны и эмоциональны. В хорошем расположении духа они с легкостью вливаются в любую новую обстановку. При этом очень долго могут быть и в одиночестве. Это умные люди с многогранными способностями. Но чаще блистательно проявляют себя в точных науках. Иметь такого друга – это здорово, но подобного врага никому не пожелаешь. Декабрьские. Очень симпатичные личности. Лояльные, ответственные и щедрые. Очень патриотичны. Обожают соревнования и конкурсы. Будут участвовать во всех играх и состязаниях, которые им предложат. Нетерпеливы и амбициозны, но при этом влиятельны. Стремятся руководить другими. При этом они очень веселы. С ними можно говорить на разные темы, но понять их, правда, бывает очень тяжело. Мыслят на перспективу, у них отличный дар видения будущих событий. Просто тают от доброты, вежливые, дружелюбные и очень чувствительные. Бывают весьма стеснительные. Их ум весьма подвижен, очень разборчив в людях и вещах. Уверены, что если нет возможности получить лучше, то нет вообще смысла за это бороться. Эти люди очень темпераментны и ласковы, обладают ярким чувством юмора, разговорчивы, любят дискутировать, умеют выразить свою точку зрения, умеют дружить, следуют букве закона. При необходимости умеют проявить свой характер, при этом обожают музыку почти любого стиля.